Итак, всем привет. Это снова прохождение игры Hellblade Senua, часть 5, битва с Вальвраун. Итак, на прошлый раз остановились то, что там я здесь прошел. А вот тут я что-то где-то за... А! Стоп, ну-ка здесь слезть отсюда и пройти вон там. Я вроде бы как бы делаю все правильно. А, вот. Сейчас я буду с этим обманщиком биться. Сейчас до сюда дойду. Что-то будет здесь интересно. Главное отсюда не упасть. Это самое главное. И плохие дяденьки там тоже будут. Так. Ну что, я почти пришел. Осталось зайти сюда. Так, подожди. Куда идти? А, ну я здесь. Дальше пройти? Дальше не пройду. Здесь не пройду. А чё ничего не происходит? У нее получилось, печать сломана, врата открыты. Стой, это тьма. Мне это знакомо. Ох! Она возвращается к ней. Я по-прежнему здесь, а ты? Где мы? О, я помню. Ощущение, как будто ее вороны грызут. Там, в диких местах, все закончилось плохо. Там всегда бывает. Думаешь, что можешь перебороть тьму, смысл ее. А когда наступает облегчение, она наносит удар. Невидимый откуда? Швыряя тебя беспощадно так. И разом тонет в страхах, глубже и глубже, погружая так глубоко в пустоту, что, может быть, на этот раз возврата не будет. Помоги мне, помоги. Но там в темноте она Senua. Слышишь меня? Друт, помоги мне, найди меня. Senua, возьми мое желанное зеркало. Возьми мое железное зеркало, посмотри в него. То есть ты внутри, ты увидишь лицо тьмы, как я тебя учил, то увидишь то, что... Точно ворон, да, грызет сзади ее, заточенная в ней. Сама тьма заточена в ней. Сосредоточься. Сосредоточься. Соберись, возьми. О! Вот он. Из-за тебя я убежала в дикие места, из-за тебя. Ах! Ах, ты исчез. Опа. Давай, кто первый? Сейчас будет ст... Ах ты! Нет! Нет! Вставай!
Как-то это странно все делается. Так. Нет. Опа, начал стрелять. Ой. Кто первый? Вот так. Я ведь не погибла. Тебе тоже не зелье. Это был обман, но не теперь. Знак Вальравна – один из ключей от врат Вильхельма. Держи его своим внутренним взором. Битва тьма становится сильнее. Каждая победа приближается к поражению. Несправедливо, правда? Каждая победа приближает к поражению. Темными зимними ночами в лесной глуши бывают минуты, когда Адам думает о том, что будет. Прервать свой путь. Прекратить. Если бы не друг, случайно встретившийся в лесу, она бы не ушла в истории о северянах. Но у нее не было этого шанса спасти душу Диллиона. Я иду. Я по-прежнему тебя слышу. Итак, ворота у нас открыты, продолжаем путь. Значит, если мы убили этого ворона, значит, нам нужно возвращаться обратно. Ну, все так же, как всегда, здесь это было. Нужно пройти нам здесь.
Потом идти здесь. Мелодия, кстати, классная. О, я же отсюда пришел. Класс. Так. Вот куда мне здесь идти, я не знаю. Вон там выйду. Значит, нужно пройти по тем воротам, и я смогу попасть в Вильхельм. Но там будет еще все сложнее. Пещера. Интересно, она думает. Лица. Интересно, а ты умеешь видеть лица? Они везде, если не присмотришься. Мама. Сенуа, ты можешь видеть? Так, если ты давно увидела Нижний мир, то Нижний мир и все его души тоже могут видеть тебя. Не бойся, если не договорить с тобой. Я всегда буду рядом, чтобы помочь тебе. Видишь ее? Галена, видишь ее? Это была твоя мать. Она была жрицей. Она нарушила. Так, что? Она научила Сенуа видеть нити, из которых сплетен этот мир. Это было давно. Было еще до тех пор, пока не пришла тьма. Но когда она пришла, сначала она забрала мать. Так. Сенуа так. Пора время тоже, да? Видит ее лицо, скрытое в мире. Как будто она до сих пор присматривает за ней. Сенуа. Как по ней скучает. Так. Так, 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 так. Где же я? Туда. Обладая знаком Вильхельма и знаком Сурта, ты сможешь пересечь мост над рекой. Не открывай ворота. Блин. Темно, тьма. Только мертвые пойдут. Друт, кто здесь? Никого, только я. Только не ты. Ты думала, что я отпущу тебя, но ты остановила меня в других землях. Ты оставила меня в других землях. Я никого не отпущу тебя. Я твоя тень. Я буду смотреть на тебя и твой миг. Я готова умереть. Ты будешь готова. Увидишь. Они сделали с твоими... Посмотри, что они сделали с твоим возлюбленным. Делиум. Делиум. В ожидании кошмаре срывались все сны. Так и с... Искала способ сохранить власть над собой, искала способ пережить это.
Когда ты влюблена, ты оставила его, плачущего, чтобы заглушить яростные голоса и изгнать свои страхи. Но потом из тьмы явились они через бурные темные моря и опустошили. Ты все еще слышишь его крики. Теперь, когда ты дома, он так далеко. Они забрали его души, те боги, которым ты не можешь молиться. To these gods you cannot pray. They can break you. Они могут разрушить тебя, но ты не нарушишь обещания. Даже его смерть не разлучит вас. Через тьму вокруг. Ты сражалась за любовь, борясь за свою мечту. Тьма разрушила тебя изнутри. Теперь тебе никак не победить. Голова его, отделенная от тела, вместилище его души. Поэтому ты должна нести ее с собой, чтобы вернуть его домой. Нет. Нет. Они могут разрушить тебя, но ты не нарушишь обещания, и даже его смерть не разлучит вас. Через тьму вокруг ты найдешь его. В твоей мечте боится. Да чё? В твоем мече бьется его сердце. Блин, офигенная история. Просто вообще. Так, опять эти сумасшедшие голоса в моей голове. Тьма коснулась тебя. Все видели это в твоих глазах, во взгляде. В чайшей жизни. Ты бежала от нее, но только превратила ее ближе. Только подвинула ее ближе. Но ты хотела сдаться, бросить его и обрести мир с богами. Нет, это недопустимо. Ты войдешь в логово зверя и посмотришь ему в глаза и поймешь. И пойдешь на него войной. Это твоя цель, это твой долг. Больше ничего не осталось. Да, с этими субтитрами они идут быстро, иной раз что-то можно... Блин, когда ты торопишь, не понимаешь. Опачки! Чё, ты со мной будешь биться? Иди сюда! Кто следующий? Кто там следующий? Так, всех победил. Ладно, идем туда. Каждые новые врата во тьму, которые ты откроешь, это новая битва с нею. Ух ты.
Опять какой-то большой босс. Я что, не уклонился, что ли? Так, 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 нам надо уворачиваться. Срочно, срочно. Давай, давай. Опа! Так, большого дядьку мы убили. Кто там у нас следующий? Осторожно, сзади! Так, всех победил. Так, что же нам теперь здесь ждет? Здесь никакой истории интересно нету, да? Опа! А я вижу здесь иллюзию. Снова. Ладно. Пойдем мы за эти врата. Так, теперь здесь, чтобы открыть эти ворота, мне нужно опять найти эти знаки. Так, сосредоточиться. Угу. Ну а теперь пора искать эти знаки. Так, вот этот знак я вижу. Так. Я знаю, что он прямо надо мной. Теперь... А! Вон, вижу. Вижу, вижу. Так, историю. Так. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hel to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Так, лестницу мы создали. Теперь сейчас я пройду по этой лестнице и соберу этот знак X. А, здесь даже два знака. Так, получается, здесь у нас есть знак X. Так. Так, есть. Один знак у нас есть. Теперь знак X. С ним вроде будет... А, нет, с ним будет полегче намного. Буду искать другой знак. Так, он здесь. Вот он. Теперь знак X.
Кажется, я пошел не по правильному пути. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh. And her face, menacing and grim. Так, ну с Иксом здесь намного легче все. Итак, ворота у нас открылись. Здесь, походу, этот демон сейчас появится. Да. Врата, они открываются. Почему? Да, там этот демон. Снова эта песня. Это Хела. Да, источник тьмы. Она идет. Твой миг настал. Прости, я не могу на это смотреть. Что ты делаешь? Ты показываешь слабость? Вставай! Ты воин! Ты позор! Боги накажут тебя за это! Возьми меч! Возьми его! Борись! С тьмой! Борись! Darkness. Get up. Борись, тьмой. Борись, вставай. Вставай. И снова Хельхельм заглядывает глубоко к ней в душу. Будущее море и потерянные души. Это снилось ей когда-то. Говорят, что сны — это наши воспоминания, мысли, страхи. Лишь каждый всегда так. Мы на самом деле видим только стороны внутреннего взора. Может быть, поэтому люди и боялись и смотреть на мир ее глазами. Потому что если предложить эту реальность, Сенуа, искаженная, и знать, что если может быть, придется признать, что искаженная может быть. Ты подвела богов. Ты жалкая, подлая, проклятая. Ну и что ты думала? Что правда думала, что сможешь победить? Какая же ты дура. Если ненавидит все, но она проклята. Посмотри на себя, воин. Никчемная, слабая, жалкая. Думаешь... Пожалеешь себя, больше тебе ничего не останется делать. Только жалеть себя. Бери. Ты слишком страшно сражаться, закончить бессмысленные мучения. Разбитая, потерянная. Прямо как твой меч.